похоже, труп. Видео происшествия в этот же вечер появилось в соцсетях. По предварительным данным, во второй половине дня 23 марта 33-летний водитель автомашины «Лада Гранта» выехал на встречную полосу движения, столкнулся с автомашиной «КамАЗ». Произошло столкновение на 28-м километре трассы Альметьевск-Набережные Челны. В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте.